Сдавать экспресс-тесты нужно тогда, когда появились симптомы. Потому что, в первую очередь, невыясненный диагноз обеспечивает возможности дальнейшего распространения вируса. Поэтому не нужно затягивать с диагностикой, не нужно затягивать с обращением к медицинским работникам, не нужно ждать каких-то дней. Появились симптомы, обращайтесь и информируйте о своем состоянии организацию здравоохранения по месту жительства. Но здесь вопрос про экспресс-тест, который можно купить в аптеке. Вот его эффективность какова? Но если мы говорим с вами о так называемых антигенных тестах, то это один из хороших вариантов для экспресс-диагностики COVID-19. И антиген-тест, который используют мазки, это достаточно надежный вариант быстро определить. И, кстати, я подчеркну, что наши организации здравоохранения начинают более и более активно использовать антигенную диагностику. Но что касается тестов на антитела, которые определяют антитела класса М и класса G, на сегодняшний день это не самый репрезентативный показатель для постановки диагноза, к сожалению. Необходимо помнить, что максимально вирус выделяется, если так можно сказать, вот для того, чтобы было понятно всем, выделяется за день-два до появления первых симптомов и в первые дни симптомов, в первые дни заболевания. И, соответственно, естественно, в это время его проще всего выявить именно определением антигена.